Добрый день, это Анна Шафран. Каждую неделю по вторникам и четвергам в прямом эфире на первом русском телеканале «Царьград» мы говорим о действительно важном. Называем вещи своими именами, если критикуем, то по делу. Наша цель – результат. На прошлой неделе промелькнула и подозрительно быстро погасла сенсация. В нашей стране ведутся исследования, направленные на создание интерфейса «Мозг-компьютер». Это та самая чипизация, о которой так любят шутить либералы, наслаждаясь своим иллюзорным интеллектуальным преимуществом над теми, кто привык копать глубже и не верить на слово мнимым авторитетам. Более того, подобные исследования – это прямой путь к созданию киборгов наполовину людей, наполовину роботов. Напомню, как развивались события. Сначала в газете «Коммерсант» появилась статья под громким заголовком «Мозгоправительство», в которой говорилось, что власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека. По информации издания, при Миноборнауке создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» на 2021-2029 годы. Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей. В рамках программы предполагается создание интерфейсов «Человек-техника» для управления сложными системами. Самолеты, АЭС, автомобили, как непосредственно, так и удаленно по принципу дистанционного присутствия аватара. Это следует из проекта. Это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе, ну и так далее. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие самостоятельное формирование целей, оценку ситуации, прогнозирование их развития и принятие решений. Прошло буквально несколько часов, и на сайте газеты «Известия» появился комментарий следующего содержания. Миноборнауки опровергла информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки. После этого комментарии о программе прекратились. Хотя из текста опровержения вовсе не следует, что речь идет именно о той программе, о которой написал «Коммерсант», потому что решение о нецелесообразности разработки было принято в конце прошлого года, а рабочая группа для проработки новой программы была создана уже в этом году. То есть, скорее всего, речь просто идет о разных программах. И, к слову, подобные разработки ведет не только Министерство образования и науки. Министерство промышленности еще в 2007 году, то есть 14 лет назад, утвердило стратегию развития электронной промышленности на срок до 2025 года. Вот что говорилось в этом документе. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и, таким образом, сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения. Поэтому большой наивностью было бы думать, что исследования по чипизации и созданию киборгов у нас не ведутся. И у нас, и в США, и в Китае, и в Европе ученые уже давно работают по этой тематике. Сегодня гость нашей студии – доктор биологических наук Олег Григорьев. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. И на прямой связи с нами доктор биологических наук Сергей Савельев. Сергей, здравствуйте. Приветствуем вас. Здравствуйте. Друзья, ну вот я предлагаю начать по порядку вообще с термина, что такое нейроинтерфейс. Олег, вот на ваш взгляд, как было бы правильно определить это понятие? Ну, мне кажется, мы должны как-то объяснять в простых терминах, да? Это штука, которая связывает человека с компьютером напрямую. Вот это самое простое определение. Вот то, что связывает человека электрически, еще раз хочу подчеркнуть, электрически. Почему? Потому что человек, он живет и работает на электричестве. И вот это вот электричество, биоэлектричество, через вот эту вот штуковину нейроинтерфейс связывается с компьютером. Вот это и есть нейроинтерфейс в самом широком и простом понятии. Сергей Вячеславович, а вы как бы определили этот термин? То, что было сказано, это является глубоким заблуждением, никакого отношения к мозгу не имеет. Дело в том, что это существует
много-много лет глубокое инженерное заблуждение о том, что мозг – это набор проводов, только биологических, по которым бегут электрические сигналы, которые они считают, что с помощью двоичного кода они могут закодировать. Вот эту всю чушью кормит мировое сообщество, в том числе и государство, для того, чтобы получать финансирование на совершенно провальные пустые проекты. Почему? Потому что электрическими сигналами мозг только передает сигнал, а кодирование происходит в синаптических контактах. Это химические процессы, довольно сложные, которые у инженеров не хватит фантазии промоделировать даже со всеми компьютерными базами сегодняшнего дня работу одного нейрона. А это все просто прямой обман, потому что электрические сигналы, да, они используются, но это только система донесения синаптического ответа, по сути дела, в ту или иную часть нейрона. Приведу пример удачных попыток использовать такой способ для протезирования человеческого мозга. Это еще задолго до того, как Илон Маск научился шевелиться и вообще читать. В 1995-1996 году в Чехии проводились большие работы по протезированию человеческого уха. То есть что? Люди полностью глухие, им вживлялся под кожу мембранка, которая генерировала сигналы, похожие на слуховые. А золочеными ножками микропроцессор, то есть на самом деле просто генератор этих сигналов передаваемых, вживлялся в ствол, в кохлеарное ядро. Вот с помощью этой примитивной штучки удавалось услышать некоторые звуки, то есть мозг подстраивался. Но это максимум. Эти операции оказались перспективными, но они, в общем, закончились ничем. Сейчас то же самое продает Илон Маск. Это такой же точно примитив, что и 20 лет назад. Поэтому, когда мы говорим о биоэлектрической активности мозга, надо помнить, что это одна очень небольшая часть, которая никакого отношения к пониманию внешнего мира и связи с ним. Нейроинтерфейс. Спасибо, Сергей Вячеславович. Но мне кажется, Олег Александрович, что вы, в общем-то, на одних позициях стоите с коллегой. Мы абсолютно, вот, абсолютно одинаково говорим, да. Мы говорим о связи, не о принципах работы, а как технически это вот нейроинтерфейс, это та техническая штука, которая пытается соединить. Используя, конечно, те потенциалы, то электричество, где-то магнитные поля используются даже сейчас уже. Это не несет информации, как вы это понимаете? Это другой вопрос. Мы стоим на разных позициях. Это другой вопрос. Вот какую информацию он воспринимает и передает, это два разных вопроса. Это не вопрос. Это то же самое, чтобы 220 приложить к мозгу. Такой же будет ответ. Понимаете, нельзя пытаться заменить элементарные вещи, элементарное незнание работы мозга на то, чтобы подменить его на поиски проводников, которые как бы псевдо будут что-то передавать. Ну, вот ребята, смотрите, вы сначала поймите, что вы делаете. Смотрите, мне кажется, тут надо сделать просто дальше шаг в логике, и тут станет понятно немного. Ну, нам, по крайней мере, да, о чем идет речь. Вот нам о чем сегодня рассказывают? О том, что существуют разработки каких-то инвазивных способов, да, с тем, чтобы вживлять какой-то там чип в мозг человека и заставить его там взаимодействовать биообъект, да, как теперь принято в новой реальности называть людей, с техникой. Вот насколько эта история вообще жизнеспособна? Давайте тогда вот эту тему обсудим. Олег, вы что скажете на этот счет? Ну, Анна, это еще пока из категории некой такой научной фантастики. Да? То есть вживить-то на некоторое время можно. Там на 2-3 месяца что-то можно вживить, электроды. Потом они отторгаются, это всем хорошо известно, что бы ни делали. Связь некую установили для того, чтобы снимать сигнал и вгонять сигнал, тоже можно. Но это все довольно простые, довольно простые примитивные вещи. Скажем, вот как вот любят передавать там образ какой-нибудь, да, образ, там, не знаю, там, любимой девушки там, какой-нибудь, там, еще что-нибудь такое, получить или вогнать туда, даже перспектив нет. Даже перспектив нет каких-то. То есть технически вы можете это осуществить. Но что с этим делать, это большой вопрос.
Ну, то есть на текущий момент, по вашим оценкам, все это такая попытка ввести в заблуждение широкую общественность. А нет, как? Это не попытка ввести, это постепенное последовательное приближение. Начиная от работ, я боюсь, там, вот вы упоминали управление в сложных радиационных обстановках, это было еще сделано, разработана вот эта рука, которая снимает биоэлектрический сигнал с руки и имитирует в середине 50-х годов, еще была на ВДНХ, демонстрировалась эта штука. То есть с тех пор это в нашей стране, но еще и дальше можем копать. И это постепенное развитие, это параллельно идут пути понимания и развития технической базы. Потому что без технической базы, без вопросов, связанных с анализом, обработкой, с алгоритмами обработки и параллельным исследованием, как функционирует, биообъект в разных условиях, сделать это невозможно. И это постепенный процесс, который... Я бы сказал, рывками. Вот рывками где-то примерно по 20-25 лет возвращается интерес, что какой-то прорыв возникает, и вот в этот момент начинается какая-то новая идея, оживление темы. Но постепенный прогресс в этом направлении есть, конечно. Но на текущий момент все-таки, если вернуться к вопросу о чипах, да, что так волнует людей, как бы технически осуществить можно, но практически это нерабочая история. Практически сегодняшний день, конечно, это нерабочая. Крысе можно... И у крысы можно снимать какой-то элементарный сигнал. Как мы хорошо знаем, в конце 60-х, начале 70-х годов обезьянам, кошкам очень много вживили. Именно вот таких устройств. Только чип этот был вот примерно таких размеров и стоял на голове. Сейчас все несколько попроще, покомпактней, в разные технические способы обработки сигналов. Но это не более. Сергей Вячеславович, а вы что думаете на этот счет? Я думаю, что мы бегаем по кругу, потому что с помощью электрических сигналов передавать ничего в головной мозг, кроме примитивного, самых примитивных импульсов, нельзя. И сигналы кодируются электрохимическим способом. Сымитировать на конце этих самых электродов синаптические контакты, которые бы передавали информационное содержание, современной инженерии не может. И все сказки об этом соединении являются липой. То есть от начала до конца. А то, что там делали в 60-е и 70-е годы, извините, на операциях при оперативном вмешательстве на мозге у людей сейчас также точно вводят электроды внутриклеточно или там, скажем, вовнутрь коры и определяют масштабы той, того или иной патологии, масштабы вмешательства. Все это давным-давно известно. И то, что это не дает никакого результата, это тоже понятно. Никакими электромагнитными волнами воздействовать на мозг. У нас 11 миллиардов нейронов. Какая волна, как вы ее локализуете? Эти люди, которые этим занимаются во всем мире, большинство из них я знаю по работе. Я бы им не доверил не то, что там мозги интегрировать с компьютером, а просто ботинки чистить. Это точно люди, которые занимаются... не тем, что принесет результат. Это я гарантирую. А что это за люди такие? Ну, Илон Маск показывал свинюшку, у которой они отводили на весь мир, и журналисты просто издавали тот же самый свиной визг от восторга, у которой они снимали, значит, у бегущей свиньи по дорожке, снимали потенциал. Он говорил, это мы интегрируем. Вот такие картинки могли показать там... После войны сразу, американцы и до войны. Вот уровень. То есть, понимаете, ну нельзя же с интеллектом кенгуру решать проблемы мозга человека. Ну, ребята, это прекрасный способ зарабатывать и привлекать деньги к нейролинку. Это да. Но никакого отношения это не имеет и никакого результата не принесет. Сама порочная идея использовать в морфогенетической системе мозга убогий двоичный код и, по сути дела, бейсовский классификатор довоенного образца, который сейчас во всех компьютерах работает, благодаря огромной мощности и гигантской памяти, никакого отношения к мозгу не имеет. А приближение хотя бы хотелось бы видеть к пиявке. Понимаете? Какие свиньи? Вы с пиявкой справитесь. Вы пиявку смоделировать не можете. Уже это пытались много раз. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, мозг – это не сочетание проводов и передачи сигналов. Это не инженерная конструкция с двоичным кодом. Это совершенно другая модель.
Она морфогенетически, мы когда думаем, мы совершаем морфогенетические действия. То есть у нас внутри мозга образуются, взрываются контакты. Никаких компьютерных систем, которые бы распаивали и спаивали контакты, образуя их заново, ДНО, нет. А все эти разговоры о том, что мы это запрограммируем, это значит, что вы, как Господь Бог, должны предусмотреть все варианты потенциальных событий. И никакого целеполагания пока еще не пахнет. Но вообще, эти ваши слова, Сергей Вячеславович, очень воодушевляюще звучат. Прям очень хотелось бы, чтобы это было именно так, как вы говорите, и чтобы в конце концов ничего не получилось, потому что все вот эти новости, они, мягко говоря, обескураживают. Я вам скажу заранее, забегая вперед, что будет еще, так сказать, освоены гигантские деньги, как это происходило и происходит сейчас постоянно везде, и кончится, как всегда, ничем. Уже нанотанки у нас летали вместе с самолетами. Вот то, что вы зачитывали, это как раз что? Это деньги выделялись на нанотех, которые где? Хотелось бы выяснить, куда они делись и где они осели. Вот. Эти нанотехнологии закончились ничем. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что человек, который впервые показал полупроводниковый перевод в органических молекул, оказался жуликом. И в 2008 году был изгнан в США из всех университетов. А мы создали министерство, которое до сих пор прекрасно существует. То есть министерство того, чего нет даже в науке. О чем говорить-то? Естественно, на таких дрожжах вырастает все, что угодно. И искусственный интеллект липовый, который построен на примитивных и убогих компьютерах, и инженерах, которые не знают, как мозг устроен. И специалистов привлекают соответствующих, полуграмотных, в основном популяризаторов, а не спецов. Поэтому и результаты такие. Так что здесь могу успокоить. Количество некомпетентных, безграмотных людей, не знающих мозг в этой области, такое число, что можно спать спокойно в ближайшие 20 лет, пока деньги им будут выделять, они будут делать вид, что они чем-то занимаются. Я много знаю этих имитаторов. К сожалению, на реальную науку деньги не выделяются, которые бы могли ответить на массу таких вопросов. Сергей Вячеславович, огромное вам спасибо, что смогли с нами сегодня выйти на связь напрямую. Я напомню, что с нами на прямой связи был доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. А мы продолжим беседу с Олегом Григорьевым. Ну вот, с одной стороны, есть понимание, что сегодня вряд ли достижимы те цели, которые декларированы в известных программах. И нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы их не достигли ученые никогда. С другой стороны, мы точно так же понимаем, что есть документы, опубликованные нашими, в том числе, главными геополитическими противниками относительно вот этих разработок. Вот скажите, пожалуйста, вам, какие исследования на этот счет известны и насколько глубоко и широко эти программы распространены и запущены, скажем так, у наших коллег? Ну, я бы хотел в определенном смысле повториться. Понимаете, здесь нельзя говорить о каких-то рывках и каких-то вот внезапных свершениях. Это длительный постепенный процесс. Вот все же от понимания того, от роли биологического электричества, и вот здесь коллега попался, жаль, мы с ним не подискутировали по поводу полей, да, потому что как раз это был еще один этап с полями, и он возвращается этот этап. И по мере развития понимания и представления идет эволюционный процесс. Ну, можно попросить восстановить связь с Сергеем Вячеславовичем, если... Да нет, но мы с вами сейчас устроились на научную дискуссию, круглый стол, это же отлично, конечно, но я не знаю, кому это будет интересно, кроме нас с ним, вся эта история и вас, конечно. Вот. И эти все программы, они, конечно, развиваются в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Почему-то? Потому что, я так думаю, потому что у них так сложилось исторически, очевидно. У них компьютеризация раньше возникла, чем у нас. У них в какой-то мере возникло представление о военном и коммерческом потенциале всей этой истории. И поэтому вот с рывками в 20-25 лет они возвращаются к этой тематике, но никогда не прекращают. В чем их особенность? Они начинают с такой тоненькой тетрадки, а потом через 20 лет у них вот такой четырехтомный «Война и мир», в котором описано все, начиная от электрохимической связи, как ее обойти, и заканчивая тем, где это можно и как это применить. Я, опять же, не соглашусь с коллегой о том, что здесь не выделяются деньги. То есть там
выделяются деньги. Конечно, не здесь, а там выделяются деньги на глубокое исследование. И вот эта замечательная программа, которая посвящена глубокому исследованию головного мозга, которую Обама профинансировал, так она называется, «Мозговая инициатива Обамы», она ставит своей задачей как раз и понять, каким образом формируются вот эти вот связи, каким образом формируются образы, каким образом передаются сигналы и связываются. Другой вопрос, что мы с коллегой можем много дискутировать, что здесь есть такие, есть принципиальные проблемы. Мы вообще не понимаем, если говорить объективно, мы вообще не понимаем, каким образом человек мыслит, каким образом складывается у него эта картинка мира, откуда мысли приходят и уходят. И тем более, не понимая этого, мы не можем заданным путем туда что-либо внести. Хотя, еще раз подчеркну, для военных и для политиков в течение, ну, может быть, столетия, да, это одна из основных идей фикс. Вот иметь такую штуку, там, лучи смерти, там, какие-нибудь еще что-нибудь такое, чтобы раз и все, либо там что-то в голову запало, либо, наоборот, отпало. Это идея фикса, и поэтому, я так думаю, она срабатывается. Срабатывает очень хорошо. Так вот, в Соединенных Штатах, начиная с... Не заканчиваясь, идет эта программа постепенного накопления данных. Конечно, основной у них драйвер этой истории DARPA, который прямо сейчас у них где-то около 9 программ, которые прямые и смежные, связанные с тем, каким образом понять... Они опять стыкуются с обамовской программой, с этой. Каким образом понять, каким образом интегрировать, каким образом воздействовать еще раз. И каким образом получить сигнал извне и передать его для того, чтобы связать с компьютером. Давайте с зрителем поясним, что DARPA — это большой исследовательский институт, который аффилирован с вооруженными силами США. Ну, конечно, это агентство перспективных исследований Соединенных Штатов, извините, да, который ведет все как бы прорывные исследования. И, собственно говоря, у них является основным драйвером этих событий. И, конечно, насколько я вот себе представляю, не ставится сегодня задача формирования образа какого-то. А ставятся действительно простые, примитивные задачи, как, например, разгрузка пилота. Разгрузка пилота, она стоит уже довольно давно, к ней несколько раз подходили, и пока ее действительно не решили, потому что это сложно из собственного опыта, из собственного экспериментального опыта, знаю, что довольно сложно. Довольно сложно вычленить вот этот вот импульс, который является, и сложно его сформировать. Сложно его управлять. То есть, что такое разгрузка пилота? Что вы понимаете? Разгрузка пилота, у пилота в какой-то момент стало нарастать значительное количество кнопок, рычагов и всего остального прочего. Зачем он не успевал следить? И поэтому идея была что-то оставить его рукам и глазам, а что-то перенести в мозг. Одно время перенести в мозг управление самолетом, потом решили перенести в мозг управление вооружением самолетом, но ни то, ни другое не получилось. То есть управляет руками, а силой мысли стреляет. Или наоборот. Вот то так. Есть задумка такая была? Да, да, так. Да, была такая задумка. Это в Air Force Research Laboratory, то есть военно-советская лаборатория США. Вот такая история была. Ну, она, собственно говоря, до сих пор продолжается. Вот DARPA, юбилейный буклет они издали, и там все это очень красиво отражено, описано. Они занимаются этой проблемой. Но это простая проблема с точки зрения постановки. Это не та проблема, как передать образ, пойди направо, потом налево, потом еще что-нибудь, выпей стакан воды. Это очень сложная задача, несмотря на то, что вот я ее так просто писал, вот, передать такой образ, который побуждает конкретным действиям. Эта задачка как бы попроще, например, сходность с той, которую мы решали вот со своей альфакторной системой. То есть, когда вот возникает какая-то реакция, эту реакцию вычленить, проанализировать и сказать, что она есть, и дальше уже передать в чисто электронном формате для какой-то управляющей системы. То есть это продолжается постоянно. Второе направление, это связано, конечно, чисто с физиологией. Это с контролем состояния людей, ну, раз это DARPA, это, конечно, солдат, бойцов на поле боя, и управление этим состоянием. Это тоже задача стоит, она как бы постепенно решается. Это все комплекс взаимоувязанных каких-то таких программ. Самая такая свежая публикация, которая к нам поступила, это в...
А в мае этого года Министерство обороны Великобритании вместе с Бодосфером опубликовало свое стратегическое видение до 50-го года. Что они видят там? Ну, к 30-му году они все эти задачи решат, к 30-му году они состыкуют человека с компьютером, он будет управлять всем и всюду, это нет сомнений, а к 50-му году у нас будут те самые аватары, о которых вы спрашивали. Это вполне официальный документ, их управление стратегического планирования, стратегического видения. И я не могу сказать вот сегодня, что это полная глупость и полная ерунда. Потому что мы не знаем, что будет через 5 лет, мы не знаем, что будет через 10 лет с пониманием всех этих процессов. Количество постепенно переходит в качество. И понимание того, как человек существует, понимание того, как человек работает. Ясны задачи, которые необходимо решать. И они постепенно решаются. Чудовищное количество групп в мире работает над решением всех этих задач, начиная от контакта, вот о котором я говорил, стыковка, физическая стыковка железа, условно говоря, и биоткани, это одна из самых сложных проблем. Одна из самых сложных. Потому что человек или там, ну, крысы, если хотите, обезьяны, они очень устойчивы, да, они очень устойчивы к внешней среде, они это любят отторгать. Все это, да? Но, тем не менее, группа бьется, чего-то достигает. Вы знаете, есть же разные материалы, которые позволяют вживлять. Я не могу вам гарантировать, что там, через там, те же самые 10 лет не будет хотя бы половина из задуманного реализовано. Ну, вот эти технологии, они нужны прежде всего кому и для чего? Давайте определимся. Ну, они нужны, конечно, очень широкому кругу людей. Ну, во-первых, это группа сумасшедших ученых, да, которые совершенно потрясены этим исследованием. Вот видите, нас только здесь двое собралось, мы уже как бы вступили в дискуссию, нам уже интересно, и тра-та-та-та-та, дай нам лабораторию, мы сейчас начнем экспериментировать. Почему? Потому что нам просто интересно. В качестве потребителей всей этой истории и целевых заказчиков, в первую очередь, конечно, как всегда, традиционный драйвер – это армия, это Министерство обороны различных ведущих технологических стран. Параллельно к этому цепляется, конечно, социальная сфера. Почему? Потому что это считается, что это будет, с одной стороны, это реабилитация инвалидов, то есть разного рода протезы, которые действительно уже сделаны, которые работают, но они не имеют никакого отношения к вот этим чипам, там, ко всей этой такой истории. Уход и контроль, то есть это тоже есть, это тоже проблема, которая реальная проблема, которая может иметь решение. Опять же, не имеет никакого отношения к вживлению чего-либо чипов в мозг. Не имеет отношения. Ну и третья группа, которая очень важная и тоже влиятельная в современном мире, это молодежь, которая нравится всякие фенечки, хайпует там и так далее. Они тоже очень заинтересованы через системы разного рода вот, киберспорта, положим, да, который тоже связан с... Если известно, то это связано с биоэлектрической активностью, с управлением. Есть такие целые секции, направления. Они очень, очень продвинутые, очень заинтересованные ребята. То есть это тоже очень мощная такая... Очень мощная. Вот три основные группы, которые являются драйверами процесса. Вот мы перед началом программы с вами общались, и вы прислали несколько скриншотов, ну, одной из книг, которая существует на текущий момент по интересующей нас теме. Давайте попросим режиссера показать эти картинки, и вы прокомментируете, о чем там речь идет. Если можно, да, покажите смотреть нам, пожалуйста, на экране. И вообще очень интересно, конечно, понять вот эти технологии, которые существуют, и о которых вы только что сказали, насколько их можно использовать еще и в интересах управления обществом, социумом и отдельных индивидов в перспективе. Ну, вы очень хороший вопрос задали. Конечно, если вы говорите о социуме, то это прямое управление социумом. Почему? Потому что сразу возникает вопрос адаптации этики и морали. То есть насколько человек перестает быть или человеком, или он переходит на новую какую-то новую категорию, сразу возникают смежные вопросы, как это принять, как это воспринять, как это относиться. И, в процесс дискуссий, вот мы с вами уже втянулись, мы уже с вами обсуждаем. Кроме нас обсуждают миллионы людей эту тему, потому что она всех касается. И, конечно, это является неким элементом управления обществом, даже вне зависимости от того, будет это реализовано или не будет реализовано. Следующий момент.
момент. Если это все-таки будет реализовано, ну, конечно, это прямое управление хотя бы отдельными группами социальными, отдельными контингентами. Потому что если представить самую такую простую гуманную, гуманитарную ситуацию, когда ваша прабабушка лежит, там, положим, в Томске, да, после тяжелой болезни, и подключили там что-то, что мониторит состояние здоровья там, и так далее, вы будете вносить каждый месяц вносить некоторую небольшую арендную плату за поддержание. А где-нибудь там в Индии будет на аутсорсинге парень сидеть и как бы декодировать и что-то вводить вашей бабушке. Конечно, это изменение, принципиальное изменение структуры жизни. Структуры жизни. И что же касается отдельных индивидов, то если вы разобьете, ну, конечно, это изменит и ваше индивидуальное поведение. Но еще раз хочу подчеркнуть. Я, например, не вижу пока оснований реально для того, чтобы вот такого уровня, как в научно-фантастических фильмах, когда вот какая-то волна там, или я не знаю, что-то там такое, попало в мозг, и человеку сформировал образ. Вот образ, представление о ситуации. Нельзя говорить о том, что это невозможно в принципе. Да? В науке ничего нельзя говорить о том, что невозможно в принципе. Но на сегодняшний день каких-то реальных предпосылок для этого нет. А вот известная программа «Москва. Умный город. 2030», и там был в свое время опубликован такой раздел «Здоровье», в котором говорилось о микрочипах, которые будут вживлены под кожу человека и будут мониторить здоровье. Как вы это можете прокомментировать? Ну, это примерно вот то, о чем я говорил. Это мыслится, что это принципиально будет давать некий какой-то колоссальный эффект в состоянии здоровья. На мой личный взгляд, эти деньги потратить бы на профилактическую медицину, на беговые дорожки, там, на снижение уровня шума, загрязнения, выбросов там, и так далее. То есть это дало бы больший эффект, чем мониторинг состояния больных людей. То есть получается, когда мы миллиарды вкладываем в такого рода программу с непонятными финальными результатами, рискуем эти результаты не получить, в то время как есть гарантированный путь, скажем так, профилактики и предупреждения болезни, который точно дал бы результаты, как мы уже видели, скажем, на примере советской системы здравоохранения. Абсолютно верно, абсолютно точно вы говорите. И, как мне кажется, вот сейчас то, что мы обсуждаем, и как бы идем, мы все-таки идем в хвосте чужой повестки дня. В хвосте чужой повестки. Понимаете, действительно, там далеко продвинулись, вот в Соединенных Штатах те же самые. Действительно, 2 года назад там уже внесен проект стандарта на вживленные элементы в тело человека. Проект стандарта, который обсуждает их администрация по здоровью, Food and Drug Administration, и комиссия по связи, это совместный стандарт. Внесен стандарт по вживленным антеннам. Это немножко еще более сложная вещь. То есть это как бы заранее предполагает, что в тело вживлена антенна. То есть этой технологии еще нет, она разрабатывается, но стандарт уже утвержден. Да. И я очень боюсь, что будет вот история, похожая на некоторые другие истории, когда вот еще нет технологий, то есть технологии в стадии разработки, документы, нормативка уже формируются кем-то, потом будет в Институте инженеров и энергетиков одобрено, потом будет одобрено в Международной комиссии по стандартизации и упадет сюда к нам, мы ее получим через некоторое время в виде какого-то документа, адаптированного и разработанного по чужим лекалам. Это серьезная проблема на самом деле, очень серьезная, потому что мы и общество разное, и подходы разные, и цели у нас разные. И если мы получим чужую нормативку, по которой будем вынуждены строить, если будет технический прорыв в этой области, технологический прорыв в этой области, то мы, конечно, в сложную ситуацию можем попасть. А насколько вообще это допустимо с точки зрения физиологии, здоровья и этики? Ну, с точки зрения этики, это вопрос самый дискуссионный. Потому что вопрос, когда человек становится человеком и когда перестает быть человеком, он обсуждается, видимо, все время, пока человек существует. Да? И как к этому относиться?
Апологеты, идеологи, вот в этом же самом, положим, британском докладе, они очень бодро пишут, ну, это все преодолимо, потому что вот, к примеру, ЛГБТ-сообщество за одно поколение людей из маргиналов, они превратились в доминирующую силу, тра-та-та, и мы способны в случае, если, то есть в смысле они способны, в случае, если это необходимо, то они способны как бы организовать общественное мнение для того, чтобы все это было приемлемым на бытовом уровне. То есть это уже обкатанная технология, да, того, как создать ситуацию, при которой все это будет принято в любом случае, если будет стоять такая задача. Да, 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 да. То есть эти технологии, вот именно технологии, связанные с сетевыми воздействиями, с манипуляциями сетевых воздействий, они считаются уже достаточно отработанными для того, чтобы решить практически любую задачу, которая с точки зрения этики другой социальной группы, другой страны, кажется неприемлемой. Но человек, который подпадает под такого рода воздействие, он уже в какой-то степени теряет полную, скажем, свободу там, воли, там, действий и так далее, потому что он таким образом вот становится тем самым биообъектом. Но в этом нет сомнений. Конечно, он становится биообъектом, он становится элементом. Элементом, который привязан к некой какой-то глобальной сети. Да, собственно говоря, что мы с вами теоретизируем? Мы берем... уж я, конечно, очень рискую, когда я это говорю. Но если мы берем любой проспект, любой план программы «Стандарт 5G», в плане «Стандарта 5G» пятым, шестым пунктом это записано. Черным по белому записано, на любом языке, на английском, на русском, на китайском. Система 5G, она предусматривает, предполагает, что будет использование ее именно в целях связывания биообъектов посредством встроенных вот этих самых технологий, о которых мы еще говорим, как о сырых. То есть у нас получается, если посмотреть в сухом остатке на факты, документация, разработанная под технологии, над которыми сейчас ведутся там исследования, может быть, они не существуют, но в перспективе могут быть теоретически созданы, если документация есть. С другой стороны, мы понимаем точно так же, что человек в тот момент, когда его интегрируют с какими-либо технологиями, он теряет уже свою абсолютную полную свободу изначальную и превращается в тот самый биообъект. Но здесь уже я могу выстроить эту логическую цепочку до конца, по крайней мере, как лично мне это видится. То есть человек теряет тем самым свое достоинство человека, гражданина, свободного, того, которым мы привыкли себя ощущать, ну, по крайней мере, последние десятилетия, скажем так. Ну, о каком достоинстве вы говорите, когда, допустим, сигнал от этого чипа будет обрабатываться по аутсорсингу, может быть, в Индии, может быть, в Индонезии? О чем вы говорите? Тут, конечно, тут разговаривать не о чем. Это ясно, что вот интегрально это получится совершенно другое социальное общество, совершенно другое общество. И вопрос, конечно, принципиальный стоит. Мне кажется, мы об этом должны обязательно сказать. Мы должны и можем выступить в качестве драйвера разработки этой нормативки. И поставить четкие границы, что можно и что нельзя. Фундаментальный, понимаете, тот вопрос, который как с атомной энергией. Понятно. Чтобы эти технологии служили на благо человека, а не во вред. Да. Спасибо вам большое за эту беседу, очень интересную. С нами был доктор биологических наук Олег Григорьев. Ну, как видим, чипизация и создание кибернетических организмов – это не фантастика, а вполне себе реальность. К сожалению, рынок нейроинтерфейсов уже превышает 1 миллиард долларов в год и будет только расти. Серьезных законодательных ограничений на этом направлении, по сути, нет, в отличие от исследований генома. Мы обсудили с нашими гостями, к чему могут привести неконтролируемые исследования в этом направлении. По сути, человек может утратить свою человеческую природу, превратиться в часть интерфейса, в приложение, к машине, в функцию, причем изменить эту функцию будет практически невозможно, не искалечив человека, как мне кажется, а точнее то, что от него останется. Следует понимать, что гонка вооружений в мире не прекращалась ни на миг, и даже в 90-е годы, когда Россия, по сути, поставила на паузу свое научно-техническое развитие, человеческая мысль не останавливалась, новые идеи возникали и прорабатывались. Множество идей и технологий в те годы были просто-напросто у нас украдены. Сейчас, в условиях новой холодной войны, создание опережающих военных технологий – это гарантия суверенитета и неприкосновенности территории страны. И США очень хорошо, вот прям слишком хорошо продемонстрировали, что происходит со странами, не способными нанести ущерб агрессору, их просто сминают.
Нас пытаются убедить, что за киборгами будущее. Возможно, в чем-то это так, но мы отлично понимаем, что одна из главных целей спецслужб – это пустить противника по ложному следу, заставить его тратить ресурсы на то, что в итоге окажется ненужным и бесполезным. Похоже, что чипизация при всей внешней завораживающей новизне может оказаться именно такой ловушкой-обманкой, и это тоже надо иметь в виду. Напомню, что на исследование создания нейроинтерфейсов государство планирует выделить более 50 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, на которые можно действительно хорошо укрепить обороноспособность нашей страны или систему здравоохранения. Поэтому я уверена, что Россия вполне могла бы, как это уже бывало в истории не раз, выступить с инициативой о разработке международного договора, в котором четко прописывались бы ограничения исследований в области создания интерфейсов человек-техника и чипирования мозгов, если уж об этом идет речь. Понятно, что остановить прогресс невозможно, но установить четкие рамки допустимого и недопустимого вполне реально. Более того, это нужно всем нам для того, чтобы наши дети не превратились в биологические приложения к электронным приборам. Прогресс нельзя остановить, но им можно и нужно управлять, пока мы еще остаемся людьми. Подумайте об этом, подумайте как следует. С вами была Анна Шафран. Увидимся.